Всем здравствуйте, мои хорошие! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами красный рак Лаван и красавица безбровая Нина. Я тоже тебя похвалю. Лаван как на работе-то загорел-то вообще. Прям как на курорте побывал. У тебя вот реально вот это вот все лицо прям загорело. Реально прям, вот видите, жуть. Они там работают на солнцем пелоке. Поэтому загорают. Так, ребятки, у нас сейчас с вами обед очень вкусный. Смотрите, накрыла полный стол. У нас пельмешки, овощи. Вот такая вкусняшка, сластяшка. Это вот макарончики небольшие. Фруктики, черешенка. Мой салатик вчерашний из морской капусты. Вчерашний. Да, я вот доем. Вот, Вован тут с майонезом. А у меня есть сметана. Не хочешь сметаны? Нет. А я со сметаной. У меня осталась сметана после хинкали. Я что, хочу пельмени со сметаной, Хочу, вот и хочешь. Чтоб ты был хорошим мальчиком, не тратил денежки. Да-да-да. А ты деньги тратишь на всякую фигню. А еще и кетчуп туда. Вот извращенец, а. Еще и кетчуп туда. Извращенец. А я побольше сметанки туда положу. Все равно никто не ест. Все равно. Никто не ест, ее надо кушать. Наслаждение. Наслаждение. Всем приятного аппетита. Что ты там нашел? Это мне подарок? Тебе. Спасибо. Твоя щедрость не знает границ. Ты же их любишь. Я же их люблю, конечно же. Такие удобные, кстати, салфетки нам это из этой из хинкали доставили. Надо тоже как-нибудь так салфетки поскладывать, а то постоянно тянусь. Очень удобно. Пельмешки с бульоном, у меня со сметаной, у Вована с фигнёй всякой. С кетчупнезом. С кетчупнезом, да. У него сразу, видите, в одну кучку. А ты мне говоришь, когда я там в суп что-нибудь разобью, яйцо там или еще что-нибудь. Ну ты сам любитель тюль. Чего? Любитель тюль. Кетчупнез. Чё, кетчупнез в бульон? Ну, ты его привозит даже Макдак. Макдак? Не, ну не в бульон же его наливают. Так нормально, да? Да. У меня сметана вообще классно. Так. Хотя у меня тут на самом одна сметана. Пробуй. Давай, пельмешки. Ван, как всегда, он пробует огурец. Даже знаю, что ты забыл сделать. Чего забыл? Посолить? Чего забыл? Не, я солил. Там на кубике. Но он не очень растворился, да. Я считаю, в бульоне. Ты добавил, наверное, один кубик. Один кубик. Там же идет один кубик идет на пол-литра. Но там больше. Да он нормально посолит, что ты выпендриваешься. Хватит соль жрать. Ковшики варила. Ковшики. А там 2.5 литра. Жри, не обляпайся, надоел уже. Вот подирается. Там нужно было 3 кидать. Вов, тебе соли дать? Ты уже кетчупнезом зафигачил. Там в кетчупнезе знаешь, сколько соли? Нет там соли. Нормально. Найди мне соль. О. Паршуту съешь. Он солененький. Он, кстати, вообще соль выступил. Уже не выпендривается. Вот видите, вот стараешься, готовишь, то что-то выдумываешь, а он вот и выпендривается постоянно каждый раз. Кто я? Ты. Я белый, добрый, пушистый. Угу. Мне спокойно сесть поесть. Первый больше. Хороший человек. Не хороший ты человек, Иван Павлович. Я сейчас тоже. Сел почав. Зажала воду, а сама выпила. Да. Это моя доля. Моя половина воды. А где моя половина скутера? Это самоката, на котором ты ездил, а? Пошли, я тебе отдам. Да? Да. Вторая попытка? Ты же просишь. Прошу прям. С ним вообще никуда нельзя ходить. Он меня заведет в лес темный. Что он там со мной сделает? И потеряете вы суперблогера. Вот этого нехорошего человека. Ты же только что орала. Дай мне половину самоката. Пошли.
Знаю я тебя. Вот когда деньги вернутся, а? Когда деньги вернутся? А вернутся ли они вообще? 1000 рублей, блин, в никуда. Вернутся. Нам в Питер ехать. Он тут на самокат по 1000 рублей тратит. Вообще, блин, олигарх хер. Угу. Это депозит снимают. Ну, где возврат? Где? Когда? Через сказать, в течение суток. В течение суток. Сутки уже заканчиваются. Угу. А чего ж ты не своего вушера взял? Своего любимого? Не было. Не было? Там, кстати, тоже снимают. Так же. Тоже? Рублей. Каждый раз? 500 рублей. Потом возвращают. Что-нибудь без депозита нельзя? Нет там? Это на один случай, если ты его испортишь. Типа, ремонт будет стоить 500 рублей? Типа того. Я фиг знаю. Окей, давай тогда это. За 500 рублей просто это купим себе. Хотя нет, его надо искать будет, да? Ты его не купишь. Почему? Его искать будет? Конечно. Он должен быть сломанный. Ну, сломай. Ты должна фотку прислать, что он сломан. А типа потом я могу себя его забрать? Дело в том, что когда заканчиваешь поездку, делаешь фото, где ты его оставил и в каком состоянии. И отсылаешь им. Они его глядят, потом возвращают депозит. А то есть они еще не поглядели? Ну, видимо, да. А ты не думаешь, что там тебе кому-нибудь царапину сейчас припишут? Да. Yeah. И ты 500 рублей заплатишь? Mm-mm. В никуда. Нет? Как раз он уже говорил. Давай заканчивай с этими. Пройти одну остановку. Я вообще-то опаздывал. Домой? Да. Вот видите, говорите, он не изменяет. Он домой торопится. Вот видите, аж на скутере летит. Или там на самокате летит. На крыльях любви. Вон я сегодня, вчера вечером закрыла дверь. И все, он звонит мне. Домой попасть не может. Я говорю, шастают тут всякие. Закрыла дверь. У нас там этот ночной замок. А вот, и он открыть не мог. Звонит мне. Пусти домой. Злой дня. Шастают тут всякие. Всякие? Угу. Диск злой. После любовника не закрыла. Че ты душ? Горячая. Не свисти дома, денег не будет. Никто не свистел. Сейчас пойдем мимо деревьев, чтобы процедура озолочения прошла успешно. Да, да, да. Вон, встань под проводами. Вряд тебя да. Обгадят. Хотите наладить свое финансовое состояние, обязательно вступите в какой-нибудь... Или чтобы вас тому... Птичка. У нас вот там это, короче, натянут провод электрический, и там стоят голуби сидят. И вот прям, знаете, вот, вот как будто вот у них место такое. Прям стоишь, давай, давай. Поперла. Там кто машину поставит, да. Её обгадит. Ладно, вы не за столом. Такую тему. Ну да, у меня вот аппетит не пропадает. Такие темка. То, что ты не представляешь. Уже посмотреть на это. У него, кстати, знаешь, соль выступила. Таким мелким солью. Долго лежит. Угу. Я же смотрю, давно уж покупали. Валяется. Не едим. Совсем зажрались. Я купила еще картошку. Купила братскую могилу. Я видел. Что ты так хотел? Купила. А колбаску не купила.
Что это я тебе там купила? Ну, кнуты какие-то. Отяжеские. Ну попробуешь. Я имею в виду на работу. Всем пойдем купим. Ну продукты-то есть. А вот на всякие вот эти вот фигнюшки деньги заканчиваются. Все, лимит израсходовал. Мишни. Быстрее всех разлетаются овощи. Что я говорю-то? Хорошие пельмешки. Нормально. Ну те, кстати, были лучше. Что тебе эти? Ничего так. Тесто мягкое. Ну, тесто понятно, тесто это проварить можно. Я имею в виду по мясу. Мне кажется, у тебя были получше. Мне как-то больше мяса. Какое? Телятина? Угу. Ну да. Здесь вот меньше мяса. Надо в отдохнуть зайти. Там купить. Там самый лучший пельмень. Мне лично больше всех нравится. Вот мне еще нравится Цезарь. Пельмешка. Угу. Только они себя уже. Оп. У них уже категория С. Уже С? Да. Да еще. Не было. У них С. Это плохо. Наелась. И что, Цезарь брать за, блин, 300? А что, блин, брать это, Останкинские за, блин, за 95? Mm-hmm. Разницы никакой. Та же самая категория. Хочешь попробовать это? Не будешь? Это не буду, то не буду. А травку я не ем. Ага. И заживал огурец. Это овощ. А это тоже овощ. Морской. Костян, это травка. Капуста. Морская. Травка морская. Нет. Если ты пытаешься восполнить ее, ну? тебе нужно съесть ее 10 килограмм. Я на пути. Задний. Это, по-моему, не накапливается. Дело в том, что тебе нужно за один раз, чтобы у тебя появилась суточная норма йода, тебе нужно съесть 10 килограмм за один раз. Жить. Ну, сколько там содержится йода? Вот сколько не съем. Это перебор. Это как с кефиром. В кефире содержится 0,1% алкоголя. Ну сколько нужно выпить кефира, чтобы набухаться? Вот это то же самое. Сколько нужно съесть, чтобы была суточная норма. Непонятно. Так, ну все. Съел. Что там все еще вылавливаешь? Так, у тебя там ложка есть в чае? Была? Или нет? Нет, было. Не было? У меня тоже нету. У тебя тоже нету? Ага. У тебя ложка, ты ее испачкала. Эх. Вот нафига мы тебе тогда вот эту ложку купили, а? Смотрите, купили мы тогда вот эту ложку, травущую, а 200. А ты мне не даешь ее. Я не даю тебе, на. Вон у тебя ложка лежит. Да. Спасибо. Ты ее не используешь нифига. Ты тоже. Давай. Что? Кушай. Ну, такая вот ложечка. Фидеперстая. Ну, поближе покажи. Там Нижний Новгород написано.
Вот самое главное. Орел. Орел. Кушай, кушай, мой хороший. Кушай, мой хороший. Кушай, мой дорогой хороший. Мой дорогой хороший. Давай, давай. Давай, давай, кушай. Ну, эти макарончики возьми. Очень маленькие. А, и черешня. Бери макарончик. Ну, что ты? Ну, маленькая пирожонка. Даже не тортик. Маленькая пирожонка. Давай, давай. Угу. Что тут есть? Давай. Налетай. Макарончики, пирожники. Я вон в кофейне, в которой мы ходим постоянно. У них там тоже, кстати, макароны. Знаешь, сколько стоит? 100 рублей штучка. Где? Одна вот такая вот в нашей кофейне. Горький. Сладкий. Одна штучка? Да. Я в прошлый раз посмотрела. Одна штучка 100 рублей. У тебя тут знаешь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но 800 рублей вот тут у тебя, считай, лежит сейчас. Ну. А ты давай не пьешь? Бартер делать. А, мои макароны, они нам кофе. Будем поставлять. Как-то очень дорого, мне кажется. За 100 рублей такую одну штучку продавать. Это с мятой. Да. Шоколадная с мятой. Вот это. Нет. Мятная. Вот это тоже. Вот это. Там как вкрапления такие. Попробуй. Съешь одну макаронку хотя бы. У меня там по сценарию, что ты макаронку съедаешь. Да. Ты нарушаешь условия контракта. Давай, лишу пельмешек. Кил колбаски. Давай, залетай. Кстати, быстро так разморозились. Причем сохранилась тут хрустящая структура. Сверху. Ну вот. Ну, хороший человек. О, как красиво, смотрите. Внутри зелененькая. Это прям мята-мята. Прям мята-мята. А это что такое-то? Не знаю. Это, по-моему, манго. Ломно. Ой, вот это вообще прям вкусное. Знаешь, такие вот конфетки холодок. Один в один. Это чисто мята. Зелененько, попробуй. А это был шоколад с мятой. У тебя? Вот это, который ты ел. Наверное. Ну, такие маленькие на один укус. Вкусно. Очередной. Вот эти зелененькие прям вообще классные. Прям освежают очень. Жарко. Да. Так, это тоже что-то с шоколадом. Непонятно. С каким? С молочным. Да, он разваливается. Он такой хрустящий. Я его взял, нормально. Он развалится, он хрустящий. Он палом. Угодилочек. Ну, такая структура. Прям реально нажимаешь, и вот они прям разваливаются. А у меня ничего не развалится. Он прям шоколад внутри. Пробуй зелёненько. Я уже пробовал. Ты пробовал зелёненько? Пробовал. Нет. Да. Ты рыженькое съел? Нифига. Я тоже ел. Когда? Пока ты там отвлекался. Да? Как всегда. Зелёненьких у меня было всего 3. Одно я съел. Одно я съел. Нифига. Я съел. Все врет. Че врет? Не краснеет. Рыженькое съел. Вот это с шоколадом съел. Съешь.
Угу. Хрустяшки отвалились. Вот так вот, если бы, извините меня, не на обзор, то я бы вот не купила за 100 рублей-то такой вот. По 100 рублей. Дорого. Здесь прям джем какой-то. Да. Манговый, как угу. ты говоришь. Я не знаю, из чего. Апельсин или манго. Такой вкусно. Там было написано манго цитрус. Угу, скорее всего. Питере, помню, видел сувенирным магазином давался. Мы тебе, надеюсь, кортики не будем больше покупать? Подстаканник, стакан, и там вот такая ложечка была. Угу. Стоило это все 26 тысяч. Фига себе. Что такие цены-то? Здорово. Я надеюсь, мы тебе ножки... Ну, во-первых, ложка покрыта золотом. А, золото? И подстаканник тоже. Ну, это покрытие. Золотом. Там еще бриллиант, наверное, да? Чему тебе выдают, когда ты покупаешь, там написано, ну, не сертификат, а она там... покрыта или она чистое золото? Не, она покрыта. И тут, это, даже на обложке проба стоит. Угу. Золото. Она не из золота. Потому что золото мягкое. Сплав. Золото с чем-то. Угу. Съешь последний. Вот. Вот и посчитай, сколько там золота в подстаканнике и, блин, в ложке. За 26 тысяч. Должно быть много. Есть такие же, но из, блин, серебра, из чистого сделано. Я говорю, мы в Питере, надеюсь, не будем кортики всякие покупать? Будем. Зачем? Как зачем? Мы тебя один раз купили, уже вернулись. Ну, чтобы еще вернуться? Нет, пока хватит. Ножичек надо. Пока маленький. Хватит. Пока хватит. Складной. Пока хватит. Складной. Пока хватит. Складной. Пока хватит. Складной, маленький. Очень маленький. Угу. Достаточно. 100 рублей. Он не стоит 100. Ничего не знающий. Я на твои ножички 100 рублей выделяю. За, блин, 100 рублей даже птички не, блин, поют. Вот съешь. Жрать просит. Вот съешь, купим. Они же раз сейчас просят. Вот, давай, съешь макаронку и купим. А, вот, видишь, ем. Давай. Нет, вот эту вот, съешь. Не съешь, не купим. Mm-hmm. Вот, вот точно, вот сейчас, вот при людях. Вот тебе серьезно говорю. Вот брёшь, съешь макаронку. Брёшь. Клянусь. Вот будет нож, если... А что нож? Ножку там крест-накрест сделала. Вот, ноги, на, смотри. Да, крест-накрест, да. Все, вот, а пальцы на ногах. Вот, а пальцы на ногах. Вот. На, смотри. О, видишь, вот. Где? Вот, не вижу пальцы на ногах. На, вот раз нога, вот два. А вторую не вижу. Все. Вторую не вижу. На, вот, видишь, вот. Все, видишь, все, давай, макаронку ешь. Давай. Мы с ним договорились. Давай, дай. Давай. Разбейте. Давай, дай. Давай. Да я сама хочу в Питер вернуться. Все, значит, это не действует. Нет! Тогда уже все. Я условия свои обозначила. Съедаешь макаронку, и все, давай. Я уже съел. Вот одну, последнюю. Целых две. Мятную попробуй. Аж бяканая. Не, она вкусная. Целую. Не, видишь, не отпадает. Вломись. Ешь давай. Так, условия. У меня нож также буду, блядь, половинку тебе нужна. Вот все. Потом покажешь мне пустой рот. Не, я выплюнул ее. Туда он, да? Кто тебя знает? Ну все, давай. Все, ножичек. С меня. Хватит тут это. Ну теперь можешь спокойно есть черешню. Надо было под такую пьянку мой тортик втюхать. А ты чей ты я? Всю же макаронку. За маму, за папу. А что, тебе шутка, что ли? Что, макаронка? За бабушку. Они, говорит, ел. И, говорит, где она теперь? Да. Батя, посмотрите, фильм классный вообще. Сегодня будет. По телеку? Угу.
Сегодня начнется новый сезон. Мир, дружба, жвачка. Первая серия. Я сразу две показывают обычно. Ну, я не знаю, сколько. Девять часов начала. Понятно. Ладно, мои хорошие, всех любим, всех целуем. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.